В деловом районе Парижа загорелся небоскреб. Огонь охватил верхние этажи башни «Сердце Дефанс». Сотрудников здания эвакуировали. К этой минуте пожар локализован. Причину сейчас устанавливают. Известно, что начался пожар в одном из воздуховодов. В этой зоне города находится более десятка высотных зданий. В них расположены офисы крупнейших корпораций, банков и страховых компаний. Квартал «Дефанс» расположен на высоком берегу Сены, к западу от центра города. Он образует так называемую парижскую архитектурную ось, так как находится на одной линии с Триумфальной аркой, Елисейскими полями и площадью Согласия и Лувром.